что они на компримированном газе, то есть они экономичные и более модернизированные и современные. Минус, наверное, в том, что мне вот лично не нравится вот этот узкий проход. Но для работы в режиме подвозного транспорта он самый актуальный, потому что транспортная схема любая подразумевает под собой хребтовый маршрут, это вот центральное то, что есть. А к нему подходят подъездные пути и подвозят вот именно на таких машинах. То есть это уже второй вариант. То есть это вспомогательное, то есть основное это не может основное быть такое? Основное это магистральный маршрут, это вот наши МАЗы, которые сейчас осуществляют перевозку. Это транспортные средства первой категории и троллейбус, это тоже к ним относится. То есть они осуществляют центральную перевозку, а эти машины должны осуществлять подвозную функцию. Территория парка, вы видите, она очень огромная, большая. Одно его содержание не так просто. Вот приехали, как раз работают с Павлова представители, то есть те, кто обслуживают эти автобусы. Есть вопросы, иногда бывают какие-то поломки, то есть они находятся на гарантийном, на гарантии на предприятии. Если он выходит из... Три года или 150 тысяч пробега, здесь два показателя. Понятно. Поэтому мы их периодически... То есть сами вы их не трогаете? Мы не имеем права, согласно закону о работе с гарантийными транспортными средствами, выполняют работы только представители производителя. Потому что если только тронешь что-нибудь малейшее... Его снимут с гарантии и будет проблема. Здравствуйте. За месяц работы мы увеличили выпуск, например, троллейбусов на 7 единиц подвижного состава. Соответственно, интервал между движениями машин уменьшился, что позволяет перевозить, работать уже по расписанию в интервале, в графике. Поэтому задача эта стоит перед нами. Одним днем это не делается, но ежедневная работа, медленная, она приносит какие-то свои результаты, и мы обязательно это увидим. Мы уже это видим сейчас. Мы видим, как специалисты по сбору выручки в кассе. То есть поток значительно поступающих денежных средств возрос. Соответственно, это связано с регулярностью и хорошей работой на линии. Не всегда она устраивает наших горожан. И абсолютно правильные замечания мы слышим. Но мы работаем над этими вопросами. И это все будет сделано, устранено. Ну, во-первых, все машины, чтобы было понятно, в данном предприятии оборудованы системой ГЛОНАСС. Существует центральная диспетчерская служба, где в круглосуточном режиме работают диспетчера и отслеживают нахождение транспортных средств на линии. Раз. Второе. В нашем городе, это не секрет, как и везде, происходят какие-то ДТП, сходы с линии, проблемные места, как мы называем, бутылочное горлышко, и получаются заторы. Поэтому в ручном режиме уже диспетчера стараются растащить технику по маршруту и соблюсти более порядочное расписание. Это тоже такая интересная длительная работа. Мы будем подавать иски на тех, кто закрывает проезжую часть. Это очень весомый аргумент, и это дает большой плюс. Мы уже прорабатываем с профильными комитетами приоритет проезда наших транспортных средств. То есть целый комплекс мероприятий. Мы, естественно, еще будем сокращать интервалы между движениями троллейбусов и автобусов. И это будет приводить к тому, что троллейбусы и автобусы будут ходить регулярно и только по расписанию. Самое главное в нашей жизни – это регулярность движения. Вышли новые автобусы. А как решаются вопросы с кадрами и кондукторы, и водители? Вы знаете, вопрос актуальный. Вопрос нужный.
И на самом деле этот вопрос сегодня он решается. Решается в каком плане? За последний месяц мы приняли порядка 24 человек из троллейбусников и автобусников. В настоящее время вот здесь, в троллейбусном предприятии, готовы к обучению. Мы подготовили группу в составе 15 человек, которых в течение полугода мы тоже будем учить, мы будем платить людям стипендию. Они будут понимать, что останутся работать на нашем предприятии, они получат удостоверение водителя троллейбуса. И плюс 15 человек – это порядка 6 машин, которые будут стабильно плюсом выходить на линию. И, соответственно, те интервалы, о которых мы говорили, они будут сокращаться. А сейчас водителей на все маршруты хватает? При существующем выпуске, выпуск мы увеличили на 7 троллейбусов и порядка 7 автобусов. То есть вот при этом выпуске нам людей хватает, но мне недостаточно, я на 10% где-то не закрываю муниципальный контракт, и это неправильно. К маю месяцу эти 10% мы перекроем, и муниципальный контракт я буду выполнять в полном объеме. Планируются ли какие-то новые маршруты в ближайший год, допустим, или два? Интересно, я сам человек в Саранске новый, поэтому город, который мне очень понравился, а я представляю, какой он будет весной, зеленый, нарядный, уже есть представление о городе. И в данный момент мы планируем как минимум два новых маршрута. Пока пусть это останется тайной, но один из маршрутов мы планируем сделать вообще обобщенный. То есть мы планируем, чтобы на нем ходил и автобус, и троллейбус, и наши пассажиры имели возможность пересадки без оплаты из одного транспортного средства на другое. То есть тем самым мы уменьшим маршрут, вернее, мы увеличим маршрут, уменьшим время нахождения транспорта на линии, а пассажир сможет за одни и те же деньги проехать более большое расстояние, что ему, конечно, выгоднее и удобно. Это чья инициатива такого маршрута? Ну, об этом мы разговаривали с главой города, с заместителем главы города. Все эти вопросы мы обсуждали. И есть перспектива, это наши наработки, мы их стараемся сейчас внедрять. Это тоже не очень быстрый вопрос, потому что все маршруты разыгрываются, расторговываются. Это процедура, которая займет некоторое время, но я уверен, летом мы уже это увидим. Самое главное, что мы должны сделать за полгода, это мы должны, обязаны войти в твердую нулевую зону, я называю. То есть касса предприятия должна перестать красной, как говорят бухгалтера. Должен появиться стабильный ноль. Это наши доходы, которые мы уже начинаем увеличивать, и мы к этому обязательно будем стремиться, и я уверен, мы этого добьемся. Есть ряд мероприятий, которых надо просто постепенно, системно внедрять и проводить. Почему я оказался здесь? Потому что, когда меня пригласили на работу в этот город, и я, посмотрев первую схему движения маршрутов города Саранска, я понял, что этот город, он идеально сложен именно для общественного транспорта. Центральный микрорайон, в котором проживает очень большая часть жителей нашего города, и выносные микрорайоны, которые связываются магистральными, хребтовыми, как мы говорим, маршрутами. Поэтому здесь намного легче, чем в других городах, выстраивать эти маршруты. Самое главное, что нам надо сейчас будет позаниматься маршрутами теми, где из широкого они заходят в узкое, и получаются пробки, заторы. Но есть ряд комплексных мер, которые надо решить, и мы эти меры, я уверен, вместе с властью, с ГИБДД, с жителями города, которые нам тоже будут давать свои пожелания, и мы это все будем выполнять. Я думаю, транспортная сеть сложится очень даже неплохо. И еще вопрос про кадры. Будет ли повышение зарплаты, на каком она сейчас уровне у водителей и кондукторов? Об этом можно сказать так. Я не успел к тому моменту. Я хочу сказать огромное спасибо нашей власти, которая накануне моего прихода, я понимаю, что была проведена очень огромная работа, и заработная плата сотрудников предприятия была увеличена. В связи с приходом новых автобусов, в связи с тем, что была очень низкая заработная плата. Сейчас в Приволжском федеральном округе, я не имею права говорить цифры все вслух, но поверьте мне, мы входим в тройку по уровню заработной платы на предприятии. Этого мало, но
Я встретился со всем трудовым коллективом, который сейчас насчитывает более 700 человек. И честно, глядя людям в глаза, я сказал одно. Дамы и господа, мы обязательно заговорим с вами о повышении заработной платы, но только после того, когда в нашу кассу начнут поступать деньги, заработанные нами. Потому что только нельзя всю жизнь сидеть с протянутой рукой, деньги надо зарабатывать самим, прилагать все усилия. И первое, что я после того, как мы начнем работать положительно, я имею в виду в финансовом плане, я сам пойду к мэру города и буду просить его о том, чтобы нам согласовали повышение зарплаты на предприятии. Горэлектротранс – муниципальное предприятие крупное, сотни людей работают, поэтому важно для нового руководителя создать свою команду. Можно назвать какие-то фамилии, кто уже есть на примете, кто уже работает бок о бок, локоть к локтю, что ли, дружно и помогают? Конечно, можно. Это очень показательно, то, что только в составе команды можно сделать что-то хорошее и положительное на предприятии. Во-первых, предприятие уже существует 67 лет. На предприятии существуют старинные традиции, существуют семейные династии, существуют какие-то уже традиции, еще раз повторюсь, и обычаи, которых мы стараемся придерживаться. Есть люди, на которых я уже как новый руководитель понимаю, что можно положиться. Я уже назвал эксплуатационщика. У меня прекрасный главный инженер Макаров Владимир Николаевич. У меня два молодых перспективных руководителя в автобусном направлении. Это Пьянзин Антон Николаевич. И в троллейбусном депо это Васин Дмитрий Владимирович. Нам есть что сделать. Нам есть к чему стремиться. Не так все сладко, как бы хотелось и можно было сказать. То есть проблемы есть, но их надо решать. Здесь прекрасный профсоюз. Здесь, когда разговариваешь с коллективом, мы начали с того, что мы полностью прошли встречи со всем трудовым коллективом, который состоит на сегодняшний день из 767 человек. Мы проговорили наши задачи, мы проговорили проблемы, которые есть у людей, и стараемся их дружно решить. То есть можно сказать, что задача нового руководителя не разорвать то, что было, ни в коем случае. Порвать все до основания, как в известной песне, а потом строить заново все. То есть все-таки что-то реальное здесь очень многое, даже я смотрю по вашим, даже то, что фамилии называются очень уверенно, значит, вы цените этих людей, это реально, это очень хорошо. Надо, секундочку, вот прям одну я вам еще добавлю, надо ценить не только то, кто сегодня что-то делает. Я очень хочу, и мы это обязательно вотворим в жизнь. Принято решением трудового коллектива о создании Совета ветеранов предприятия. И я на себя вместе с профсоюзом взял такую тяжелую для меня, я скажу, задачу перед входом на наше предприятие к следующему нашему профессиональному празднику, который состоится в последнее воскресенье октября. Я обязуюсь, что на входе в предприятие будет стоять доска почета и доска ветеранов, работников нашего предприятия, потому что этих людей надо чтить, любить и уважать. И только благодаря им мы можем делать то, что мы делаем сегодня. Это очень мудро. Очень мудро. И дай Бог, чтобы она исполнилась, вот эта вот мечта. Я уверен, что мы это сделаем. Здорово. Борис Владимирович, есть такая тема, значит, бескондукторная езда троллейбусов и автобусов. То есть водитель едет и, значит, кассой распоряжается, дает билеты. Раньше писалось везде, очень модно было, и особенно в советские времена, не отвлекайте водителя во время движения. Как вы к этому относитесь, вот, бескондукторной системе езды, что ли, вождения? Существует система бескондукторного проезда. Если она доработана и внедрена полностью, то она приносит свой экономический эффект и производственный эффект. Пока эта
мероприятие не сформировано полностью и не подготовлено полностью, я категорически возражаю против работы таким образом. Первым, что записано в уставе автомобильного транспорта и в должностной инструкции водителя автобуса, троллейбуса, запрещается отвлекаться во время движения на линии. Это безопасность сотен граждан, которые находятся за спиной у водителя. Поэтому, если вы обратили внимание, то в последнее время мы работаем только с кондукторами, потому что это позволяет, во-первых, собирать совсем другую выручку, во-вторых, это не отвлекает водителей, и самое главное, мы нарабатываем маршруты только благодаря тому, что обратная связь от кондуктора и водителя нам дает те проблемные места для того, чтобы мы могли где-то откорректировать наше расписание, где-то подтянуться, где-то наоборот отстать, чтобы в пределах графика, конечно, чтобы мы могли добросовестно и правильно перевозить наших пассажиров. Кадровые проблемы существуют на предприятии, и не только на вашем предприятии. У вас есть интересный метод, вахтовый метод, что из других регионов приезжают, ну и других городов Мордовии, в частности, Рузаевки, приезжают люди, устраиваются на работу и успешно работают. Как вы смотрите на вахту? Вы знаете, больше всего это происходит из-за безысходности. Я не открою большой тайны. На сегодняшний день на предприятии потребность в водителях, кондукторах и основных категориях слесарей ремонтных групп составляет порядка 200 человек. Это огромный минус, который не позволяет нам собирать выручку в полном объеме. Поэтому до моего прихода, это не только в Саранске, это работает по всей России. Это сейчас, ну не сказать, что новомодно, это уже отработанная практика. И этими услугами до моего прихода на предприятие уже пользовалось. Мы говорим о выручке, а как происходит борьба? Это вечная борьба с зайцами, зайцами-безбилетниками. Да, вы правильно сказали, это борьба вечная, она была, есть и будет. Но плохо там, где никто ничего не делает. Я убедился, общаясь с комитетом по транспорту города самого, с председателем комитета по транспорту республики, о том, что в данном направлении работа ведется. Я думаю, что в марте месяце тоже будет подписан, согласованы все документы о проверке транспортных средств на линии именно безбилетного проезда. Мы все, кто постарше возраста, помним, как это осуществлялось, что нас проверяли, и проведя анализ за месяц работы, я могу точно гарантированно сказать, что порядка 30% от числа перевезенных пассажиров пытаются проехать без билетников. Борис Владимирович, ну вы человек бывалый, есть с чем сравнивать регионы. Как здесь, именно в Мордовии, в Саранске, отлажена система взаимодействия органов власти и муниципального предприятия, ну, в частности, Горэлектротрансы, вот взглядом нового свежего человека? Я очень хочу, чтобы меня правильно поняли наши зрители. Я нисколько не хочу польстить власти города и региона, но я это озвучиваю практически с первого знакомства своего с коллективом. Я очень мало встречал таких регионов, где мнения и подходы предприятия совпадают с мнением и подходов администрации города и республики. То есть я понимаю, что мы вот уже несколько раз с вами сегодня говорили слово «команда». Я понимаю, что работает именно команда, которая имеет одни цели и которые не так-то легко решить. Наверное, поэтому я оказался и здесь. Меня пригласили в эту команду, в частности, руководителя этого предприятия. Но только вместе можно решить проблему. Если ее не решать, она останется, снежный ком будет расти и в конце концов развалится. Поэтому тот подход, который построен по муниципальным контрактам, по подходу к субсидированию предприятия, да просто даже благодаря тому, что вот мы сегодня встречаемся с вами, это
посыл власти о том, чтобы наши люди, наши горожане знали о том, какими проблемами, радостями живет предприятие, и могли это знать из первых уст. Ну, мы постараемся, как газета «Известия Мордовии», социальные сети, которые, в которых имеется группа «Известия Мордовии», YouTube «Известия Мордовия», поддержать все ваши добрые начинания. Вам спасибо за открытость, за гостеприимство. Дай Бог, чтобы все, что мы проговорили, оно сбылось. Вот это самое будет главное. Спасибо большое. Я всегда рад вас видеть на предприятии в любое время дня и ночи. Если вам становится не только вам, представителям блогерского сообщества, прессе других уровней, я готов общаться с вами всегда, готов проводить пресс-туры, показывать, как и чем живет предприятие. Поэтому всегда рад вас видеть, приглашаю, буду рад. Спасибо, взаимно.